Время выбирать подарки? Выбирай лучшее. Дрема – тепло и уют дома. Пушистые махровые полотенца, пижамы, пеньюары, халаты из нежнейшего хлопка, мягчайшие теплые пледы, одеяла и подушки. Угоди с подарком. Магазин «Дрема». Город Бердск, улица Ленина, 13А. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 13 января ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18, -23, днем 12-17 градусов ниже нуля. 14 января ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15-20, местами 25-30 градусов мороза, днем -7, -12 градусов. 15 января ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10, -15, местами 20-25 градусов ниже нуля. Днем -5, -10 градусов. Автомобиль «Лада X-Ray» – надежность и проходимость даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Автосалон «Авто-1». Ждем вас на тест-драйв «Лада X-Ray». Запись по телефону 330-03-03. Начинай новый год с КПК «Зенит». Ведь наши новогодние бонусы продолжаются. Разместите сбережения в КПК «Зенит» до 13,95% годовых и получите мультикухню или набор кастрюль. КПК «Зенит». Место для роста ваших сбережений. Торговый дом «Иваново» предлагает текстильные товары российского производства по действительно низким ценам. Постельное белье, взрослый и детский трикотаж, хлопковые ткани, домашний текстиль, махровые и кухонные полотенца, пряжу и хозяйственные товары. Город Бердск, улица Ленина, 21, остановка 11-й квартал. Город Искитим, улица Советская, 252, корпус 2. Территория торговой базы напротив налоговой инспекции. Найди свой мир комфорта.